Всем доброго дня, хорошего вам настроения. Вот. Иду гуляю по Ростову, у себя на районе, как бы так, машины ездят, и здорово так, настроение супер, чего вам я тоже желаю. Вот, мои дорогие зрители с канала Ютуба. Господи, настроение такое классное, так хочется смеяться, чему-то радоваться. Ну и у меня есть чему радоваться. Я счастлива, то, что я уже сегодня проснулась. Вот. Правда, все скоро изменится. Не знаю, в какую сторону, лучше или лучше. В общем-то, не ваш. Вот. Все. Всех люблю, всех целую, обнимаю. Прекрасно вам. Ой, я слышался. Купила. Я, значит, короче, сидела в Инстаграме, потом зашла на Ютуб, и все рассказывают про свои желания в блокнотах, там, о своих мечтах, которые у них были когда-то давным-давно. Они это на стенку клеили, там писали, что они хотели, и это типа раньше все исполнялось. Вот. И я решила тоже попробовать так сделать. Купила себе красивый блокнот, купила себе хорошую, красивую ручку, чем я бы писала в этом блокноте, что я хочу. И вот, как бы вот так вот. Купила я это все. И сейчас приду домой, буду настраиваться на хорошие мысли, на позитивные мысли. Вот. И буду писать свои желания. Вдруг исполнится. Как знать. Вот. Да даже у меня есть реальный пример того, что некоторые наши желания, некоторые наши мысли, они исполняются. Я верю в чудо. И понимаю то, что это все реально возможно. Вот, вот такой у меня будет эксперимент. Как вот так вот. Ветерочек дует, солнышко светит. Кстати, на погода в Ростове очень хорошая. Не то, что было пару дней назад. Вот. Вот, вот так вот. Ладно, мои дорогие. Всем хорошего денечка. Еще раз приятного вам настроения. Я иду гуляю, музыку слушаю. Смотрите, речка Темирничка уже замерзла почти. Не замерзла, но скоро растает. Ну ладно. Всем привет и всем пока. Люблю вас, целую, обнимашки.